Несколько тысяч новосибирцев сегодня облачили тельняшки и голубые береты и отметили 81-ю годовщину воздушно-десантных войск. Основные торжества развернули в Центральном парке. Ну а после десантники отправились в свободное плавание. Кстати, фонтаны в городе предусмотрительно отключили. Официальная причина – на профилактику. О праздновании Дня ВДВ. Александр Попов. С праздником, братья! Чистого неба над головой! Два коротких, одно протяжное! В Центральном парке День воздушно-десантных войск отмечают официально. Голубые береты, флаги, поздравления. Здесь и те, кто отслужил давно, и те, кого только уволили в запас. Вместо горячительных напитков – горячая с полевой кухни. Хотя совсем отказаться от алкоголя в этот день десантникам традиции не позволяют. Самое элементарное – помянуть ребят своих, с которыми служили, и которые погибли, много погибло народу и в Чечне, и в Афганистане. И вот прям низкий им поклон, Царство Небесное, и прям вот снимаю берет перед этим. Берет цвета неба – визитная карточка ВДВ. Самое ценное, что вместе с воспоминаниями остается у воздушных пехотинцев. Остаются и принципы на всю жизнь. Чтить мундир, чтить форму, вести себя достойно, жить достойно. Вот традиции воздушно-десантных войск. Воздушно-десантные войска – это с неба об землю и в бой. Даже это самое одно название, что в ВДВ попадаешь, прям, ну я не знаю, прям все изнутри аж вылазило, гордость за это. В общем, это первая эмоция, когда одел тельняшку. Вторая эмоция – это когда прыгали с парашютами. Голубые береты носили около миллиона россиян. В Новосибирске несколько тысяч человек служили в крылатой пехоте. Союз десантников взялся посчитать и объединить всех. И мы сейчас будем как бы разбираться с следством, то есть сколько нас есть, делать запросы в военкоматы, то есть приводить порядок все это. В этот день синева расплескалась по всему городу. День ВДВ отмечают так, что остаться в стороне от праздника просто невозможно. Традиция купания в фонтанах потихоньку уходит. Празднование Дня ВДВ со временем принимает все более цивилизованные формы. Тем более сегодня городские власти предусмотрительно эти гидротехнические сооружения отключили на профилактику. Александр Попов, Роман Семенов, Новосибирские новости.